каждый новый займ больше предыдущего, и каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма. Союз журналистов Тувы, региональное отделение Союза журналистов России, совместно с Министерством информатизации и связи региона 13 января на базе Дома туризма провели торжество в честь Дня российской печати. Традиционно награды сотрудникам средств массовой информации вручили представители Союза журналистов Тувы, органов государственной власти и различных ведомств республики. Кроме того, во время торжественного собрания ветеранам тувинской журналистики были вручены медали «Столетие Союза журналистов России». Иргит Лидия Кердиевна, член Союза журналистов России с 1983 года. Также решением правления Союза журналистов Тувы, дипломами и почетными грамотами за профессионализм и творческие достижения в 2018 году отмечена главный редактор радиостанции «Голос Азии» Ольга Возовикова, которая также была удостоена благодарности главы правительства региона. Конечно, всех журналистов поздравляю с праздником. Это такой один единый общий день для нас всех, и для печатников, для теле- и радиожурналистов. День 13 января, когда впервые Петром Первым очень давно была выпущена первая газета «Ведомости», поэтому это день наш общий праздник. И в этот день мне было очень приятно получить благодарность главы Республики Тува за многолетний добросовестный труд. Здесь вот так написано в системе телевидения и радиовещания. С профессиональным праздником журналистов поздравил и глава Тувы Шалбан Караул, сказав, что во все времена печать была посредником между властью и гражданами, рупором общественных и личных мнений, источником полезной и актуальной информации. Я в этом вижу особый смысл, прежде всего, в развитии общества. Потому что объективное средство массовой информации, информирование общества, вообще говоря, принципиальные те моменты, связанные по работе средств массовой информации, конечно же, являются основой демократии. Высшие награды профессионального сообщества звания «Заслуженный работник Тувы» за большой вклад в развитие журналистики удостоена Мунзук Светлане Максимовне, архивариусу Государственного музыкального заведения Национальный музыкально-драматический театр имени Виктора Туркова. В этот день свои членские билеты получили 13 человек, которые были приняты в Союз журналистов России 14 декабря прошлого года. Стародумов Игорь Николаевич. Сунтуй Буян Чимитолович. На сегодняшний день в Союзе журналистов Тувы насчитывается 116 человек. Напомним, что День российской печати отмечается 13 января, согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года. В этот день, 13 января 1703 года, в Москве вышла первая русская газета по указу российского императора Петра I. Ребята! В текущем году в Кызыле появится 19 новых светофоров, 11 пешеходных ограждений на разных участках дорог города и 7 пешеходных переходов. Средства на приобретение материально-технических ресурсов будут выделены из федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах. Об этом сообщила специалист отдела транспортной инфраструктуры Министерства дорожно-транспортного комплекса Тувы Кызыл-Кат Суктерол. Так, по ее словам, новые светофоры появятся на особо аварийных участках дорог, где происходят ДТП различной степени тяжести. Кроме того, некоторые светофоры будут заменены на более новый вид. Также планируемые мероприятия позволят увеличить пропускную способность для транспорта. В мэрии Кызыла пройдет круглый стол, посвященный проблеме домашнего насилия. Провести его планируется в ближайшее время. Сегодня эта тема как никогда актуальна. Многие женщины страдают от насилия со стороны своих мужей. Основные причины бытовой преступности – низкий уровень культуры, алкоголизм, наркомания и неустроенность в жизни. На мероприятие планируется пригласить представителей Агентства по делам семьи и детей Республики Тува, Союза женщин, Совета отцов, Отдела по делам несовершеннолетних, наркодиспансера, Клуба молодой семьи и многих других. На круглом столе планируется поднять вопросы, куда можно обратиться жертвам домашнего насилия, чтобы получить психологическую и другую помощь и на время укрыться от преследуемого их человека. Если кто-нибудь стал жертвой домашнего насилия, то можно обратиться по телефонам доверия или по номеру горячей линии Агентства по делам семьи и детей Республики Тува. 8 800 222 4 22 5.
Линия работает с 9 до 18 часов, и по ней могут обратиться как дети, так и взрослые. Существует и телефон доверия для детей, подростков и их родителей 8 800 2122. В связи с предстоящим празднованием православного праздника Крещения в ночь с 18 на 19 января в Туве, как и во многих других регионах нашей страны, пройдут массовые народные купания. Сотни верующих соберутся в эту ночь, чтобы окунуться в освященную воду. В республике ежегодно священный обряд принимают около 2000 человек. 10 января госинспектора центра ГИМС регионального МЧС определили место организации купели для жителей Кызыла. Это традиционно Вавилинский затон в 3 километрах от Кызыла по трассе Кызыл-Карахак. Произведены замеры толщины льда, скорости течения, глубины воды. Лед имеет толщину 80 сантиметров, глубина дна 1 метр 75 сантиметров, течение отсутствует. Всего в республике планируется открыть 5 купелей в городе Кызыле в Кызылском районе, а также в городе Шаганар у Лукхемского района, в селах Тарахем Тоджинского района и Хавуаксы Чедыхольского района. Для обеспечения безопасности людей в местах купания будет установлено круглосуточное дежурство спасателей, инспекторов центра ГИМС, нарядов полиции и бригады медиков. Для обогрева людей будут выставлены палатки. Подвоз всех желающих к месту проведения обряда в Кызыле будет организован общественным транспортом, предоставленным мэрией города. Инспекторы центра ГИМС рекомендуют погружаться в воду только в специально отведенных для этого местах и соблюдать меры предосторожности при купании в ледяной купели, не погружаться в прорубь более чем на 2 минуты, а также в состоянии алкогольного опьянения. Восьмого января вступил в силу закон с изменениями, инициированными Банком России, который касается всех займов со сроком возврата до года. Об этом сообщает издательство «Российская газета». Это уменьшение максимального размера выплат, которые микрофинансовые организации могут требовать с должника. С 1 января 2020 года он станет 1,5-кратным. Также ежедневная процентная ставка с 1 июля 2019 года ограничится 1%. Предусмотрено и создание продукта альтернативы для займов до зарплаты с максимальной суммой кредита 10 тысяч рублей и сроком до 15 дней. По подсчетам Финмаркета и Unicom24, в 2018 году микрофинансовые организации выдали физлицам 290 миллиардов рублей. До этого объем выдачи рос заметнее. В 2017 году он составил 229 миллиардов рублей, в 2016 – 170 миллиардов рублей. По данным рейтингового агентства «Эксперт», в 2017 году тот же показатель составлял 230 миллиардов против 195 миллиардов рублей в 2016-м. А по подсчетам Бюро кредитных историй Equifax, долевой рост объемов выдач по итогам 2018 года составил 40%, годом ранее 41%. И о курсах валют. Доллар 66 рублей 92 копейки, евро 77 рублей 13 копеек. За правильными деньгами в правильные займы. Для новых клиентов выгодные предложения. Телефон 595-555. Красота притягивает взгляды. И подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Склад-магазин «Виктория», декоративная косметика, аксессуары и многое другое. Оптовикам скидка 40%. Улица Энергетиков 3/3. Красота притягивает взгляды и подарки. Купите красивую шубу и выиграйте новый немецкий автомобиль. Белковятские меха. С 19 по 25 декабря. ЦУМ. Одиннадцатого января дежурному Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило сообщение об оказании помощи врачам в транспортировке из тайги мужчины в возрасте 40 лет, который во время охоты получил травму спины. Пострадавший находился в труднодоступной местности у Лукхемского района, расположенной в 40 километрах северо-западнее от села Эликхем. Незамедлительно из Кызыла вылетел вертолет с санавиацией Ми-8 со спасателями и медицинскими работниками на борту. Мужчина был доставлен в аэропорт Кызыла и оттуда экипажем скорой медицинской помощи перевезен в травматологическое отделение республиканской больницы номер 1, где был госпитализирован. Поступил в республиканскую больницу
с диагнозом компрессионный перелом позвоночника и перелом костей таза. В настоящее время пациент находится в травмоотделении. Состояние больного средней степени тяжести, угрозы для жизни нет, лечение получает в полном объеме. Для диспансеризации в 2019 году выделен выходной день. Пройти диспансеризацию в 2019 году станет проще. Работнику полагается один дополнительный выходной день для ее прохождения. Лицам предпенсионного возраста – два выходных дня. Законные выходные будут оплачены. Пройти плановое обследование может как работающий человек, так и временно нетрудоустроенный, а также студенты. Для этого необходимо приготовить паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Программа диспансеризации включает несколько этапов. На первом скрининговом этапе специалисты делают выводы в отношении группы здоровья человека от первой до третьей. К первой группе относятся практически здоровые люди, не имеющие какие-либо отклонения в состоянии организма, не страдающие хроническими заболеваниями. Сюда же входят представители взрослого населения с небольшими отклонениями артериального давления, не влияющими на общее самочувствие. Узнать, можно ли пройти диспансеризацию, достаточно просто. Для этого возраст следует разделить на три. Если число делится без остатка, человеку нужно пройти диспансеризацию именно в этом году. Пришли морозы? За окном минус 40? Значит, самое время сменить пуховик на что-то более теплое. И, пожалуй, самый проверенный временем способ утеплиться и при этом выглядеть элегантно – покупка теплой шубки из натурального меха. А найти такой идеальный зимний подарок можно на выставке меховых изделий компании «Белка». По словам представителей выставки, в новом году ценники на зимние одеяния порадуют козельчанок. Стильные шубки «Автоледи», модные и практичные шубы-трансформеры. На выставке также можно найти шубки из комбинированного меха, например, куницы и норки, фасона «Летучая мышь». Для изысканных покупателей есть особенные изделия из европейского меха. Шубы из такого меха в коллекциях – большая редкость. Так же, как изделия из норки-крестовки. Из-за необычного рисунка и сложности его получения, шубы из крестовки называют царскими. Кроме норки, на выставке можно приобрести легкие, но теплые шубы из астрагана, а также качественные мутоновые шубки с меховой отделкой из лисы или норки. Все цены от производителя, никаких накруток. Любое изделие можно купить в рассрочку до 2 лет, без первоначального взноса и переплат. Красивая и теплая шуба теперь доступна каждой. Выставка продлится с 15 по 19 января в торговом центре ЦУМ по улице Тувинских Добровольцев, 22. Чего хочет каждая женщина? Быть красивой, модной и роскошно одетой. За окном морозная зима, тогда спешите на знаменитую кировскую выставку «Продажу меховых изделий. Знатные меха», где вы точно сможете утолить свою жажду моды. Да-да, вы не ослышались. Известная и зарекомендовавшая себя ярмарка меха по многочисленным просьбам жителей и гостей города продолжает свою работу в Кызыле, торговый дом «Меридиан». Поэтому, если вы мечтаете о недорогой стильной шубке из натурального качественного меха, вам точно сюда. Ведь цены здесь начинаются, внимание, от 19 тысяч рублей. Тысячи моделей норковых и мутоновых шуб, включая самые трендовые новинки. А шикарные головные уборы впечатлят даже самых искушенных покупателей. Разнообразной цветовой палитры и широким размерным рядом, от 38 до 70 размера. Что уж говорить, знатные меха знают, чем порадовать. Кстати, совершить покупку на ярмарке «Знатные меха» также по-прежнему просто и легко. Если необходимой суммы наличными нет при себе, вы всегда можете оплатить покупку картой, оформить кредит на оптимальных условиях. Шикарно? Конечно, да. Быть стильной теперь просто. Выставка меховых изделий «Знатные меха» располагается улица Ленина, дом 50, торговый дом «Меридиан». Ежедневно с 10 утра и до 19 вечера. Спонсор прогноза погоды – компания «Отличные наличные». «Отличные наличные» – надежный партнер с многолетним опытом стабильной работы. Компания «Отличные наличные» рада видеть вас в любом из своих офисов в более чем 80 городах России – от Камчатки до Калининграда. Продлевать срок займа можно бесконечно! «Отличные наличные» – удобные условия по займам.
В республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 2-7 метров в секунду. Местами порывы до 12-17 метров в секунду. В Кызыле переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью -34, -36 градусов, днем -25, -27 градусов. Ночью и утром местами туман. На дорогах местами гололедица. Продлевать срок займа можно бесконечно! Отличные наличные, удобные условия по займам.